Обломки предположительно сбитого накануне американского дрона Global Hawk продемонстрировало в пятницу государственное телевидение Ирана. Командующий ВВС Корпуса стражи Исламской революции заявил, что Иран несколько раз предупреждал американский военный беспилотник. Последний раз за 10 минут, прежде чем запустить по нему ракету. Американские военные, в свою очередь, утверждают, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, когда был сбит. Комментируя события минувших суток, президент США заявил, что не торопится с военным ответом Тегерану, хотя считает сбитый дрон большой ошибкой. Комментируя в утренних твитах информацию «Нью-Йорк Таймс», Дональд Трамп подтвердил, что сначала отдал приказ о воздушном ударе по трем объектам, но затем спросил, сколько человек погибнут в результате операции. Когда ему ответили 150, он решил, что это, цитата, «диспропорциональный ответ за сбитый беспилотник». Комментируя на итоговой пресс-конференции после саммита Евросоюза отсутствие европейских заявлений по ситуации, глава Европейского совета Дональд Туск заявил: «Мы внимательно следим за развитием событий и очень обеспокоены происходящим в районе Персидского залива, но с прагматической точки зрения не было никаких оснований для конкретных европейских заявлений по данному поводу. Я считаю, что наша позиция как раз-таки довольно ответственная». В пятницу также стало известно, что Управление гражданской авиации США выпустило экстренное уведомление, согласно которому американским авиакомпаниям запрещаются полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.